Южноуральцев приглашают танцевать вальс Победы 9 мая на крыльце Государственного исторического музея Южного Урала пройдет вот такая танцевальная акция. С 4 до 6 вечера все любители этого танца соберутся на площадке между Западной и Восточной башнями исторического музея, чтобы станцевать на свежем воздухе. Кстати, в Советском Союзе вальс был одним из самых популярных танцев. Его и танцевали и в День Победы, и до войны, и во все времена. А еще танго танцевали. И до сих пор танцуют, как и в победном 45-м. На 9 мая все любители вальса соберутся вот возле исторического, возле нашего музея. И на эту тему мы как раз поговорим с гостем в студии. А сегодня у нас в гостях организатор вальса Победы Наталья Тучкова. Здравствуйте. Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что это ежегодная вот эта вот акция, да, флешмоб «Вальс Победы». Да, пройдет. Сколько лет это уже проходит? 3 года назад на 70 лет Победы танцевальный клуб «Галаден» захотел как-то поучаствовать. А как танцевальный клуб может поучаствовать? Не зря же есть выражение «хочешь говорить о мире? Говори о войне, пой о войне, танцуй о войне». И мы искали партнеров, обратились к Южноуральскому госуниверситету, получили поддержку, и тогда у нас вышли 70 пар. И мы думали, что это будет разовая акция. Но сегодня мы будем проводить ее 3-й год подряд, и уже есть планы и на 74-ю, и на 75-ю годовщину. Наталья, скажите, пожалуйста, а количество участников как-то увеличивается? Там 70 было, да, сейчас 170. Увеличивается, увеличивается, это очень приятно. Сегодня у нас выйдут на импровизированный паркет более 110 пар, и мы не знаем, сколько придет. В этом году даже не приходилось кого-то уговаривать. Они с января начали звонить и спрашивать, когда будет вальс. В этом году с нами танцуют со студентами Южноуральского госуниверситета. По собственному желанию танцуют ребята Челябинского госуниверситета, танцуют ребята Уралгувка, танцуют пары конгресса татар, участники конкурса «Татарочка» и «Удалой джигит», объясняя тем, что победа интернациональная, возьмите нас с собой. Пар очень много, это будут здорово. Какие-то костюмы предусмотрены времен? У нас традиция, то есть так как это... ЮРГУ, и у нас есть факультет военного обучения. Мальчишки факультет военного обучения танцуют в военной форме. А девочки, мы воссоздаем образ вот того вальса. То есть обязательно атрибут белые носочки, платьишки, чтобы соответствовали той моде, косички. То есть мы показываем радость тех майских дней. В этом году у нас еще сюрприз. С нами звезда наша, России, Челябинска, вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». А они будут танцевать или они петь? Будут петь, а потом будут танцевать. Сказали мы с удовольствием, спустимся и станцуем вальс Победы. Здорово. Наталья, можно, да? Можно, да? Я спрошу, извини. Про ветеранов ты тогда. Вот люди сейчас смотрят, господи, белые носочки, танго, «Ариэль». А можно прийти тоже потанцевать? Или количество участников ограничено, и вы не можете всех принять? Не можно, а нужно. Обязательно нужно прийти, потому что вот этот флешмоб, он не заканчивается просто вот выступлением. Мы всегда приглашаем всех, и поднимаются ветераны, поднимаются гости. И вот если сегодня 120 пар, я уверена, потом их станет 240, потому что они разобьются, дальше на пары будут приглашать. Поэтому все, кто хочет, обязательно приходите, подключайтесь, мы будем только рады. То есть ветераны все-таки будут сегодня? А ветераны будут. Это ветераны Центрального района, ЮРГУ и, конечно же, города, кто сможет дойти. Потому что, хотел сказать, к сожалению, нет, не к сожалению, очень много мероприятий к 9 мая. Но у нас традиционно человек 50 бывает ветеранов. Ветеранов? Много. Да. Во сколько? Вот мы сказали уже где, а время площадь перед главным корпусом ЮРГУ в 13:00. Спасибо большое. Приходите все, кто заинтересовал. Еще есть что-то, что хотите сказать? Я хочу сказать сюрприз, и очень приятно, что мы дружим с программой «Наше утро», потому что ведущий «Вальса Победы» — это ведущий программы «Наше утро» Степан Арефьев. Да, Степан не раздавал георгиевские ленточки, но зато он будет вести, да, «Вальс Победы». А мы в студии беседовали с организатором «Вальса Победы» Натальей Тучковой. А прямо сейчас наш корреспондент Леонид Клименчук вышел на улицу и узнал, что делает челябинцев счастливыми.